На прошедшем в Ростове крупнейшем сельскохозяйственном форуме Юг России «Интерагромаш агротехнологии 2024» местом притяжения гостей выставки стал стенд торгово-выставочного комплекса «Южный». В прошлом году компания отметила свое десятилетие, сохраняя лидирующие позиции на рынке поставщиков высококачественной сельхозтехники в Ростовскую область. Мы всегда были сориентированы на российские заводы и на российскую технику. Оказалось, что это наша самая выигрышная стратегия, самая правильная и дальновидная. Поэтому я скажу, с нашими партнерами, поставщиками мы работаем не один десяток лет, могу уже позволить себе так говорить. Работаем только с теми, кто выпускает продукт, выпускает технику проверенного качества, кто потом сопровождает эту технику, кто работает над модернизацией, остается в тренде все эти годы, а соответственно и клиенты. Если придут к нам, они получат максимальный эффект от своих инвестиционных вложений. ТВК «Южный» является эксклюзивным дилером тракторов «Кировец» в Ростовской области. За последние 10 лет на поля Дона поставлены более 1500 единиц этой техники. Знаменитый с советских времен трактор «Кировец» в восьмом поколении изменился до неузнаваемости. Конструкторы нашего завода создали энергонасыщенную, с большой производительностью технику, простая конструкция и отличной проходимостью. Трактор серии К7М, укомплектованный двигателем VCI 460 лошадей и оснащенный системой агропилотирования «Кировец Агропилот». Наша техника востребована, доступна, конкурентоспособна. Будем дальше работать на благо наших аграриев. С ТВК «Южный» сотрудничаем уже не первый год. Данная техника работает у нас на полях тоже уже четвертый сезон. Зарекомендовала себя с лучшей стороны, ничем не хуже импортных аналогов. В дальнейшем планируем приобрести еще одну единицу как минимум. Первый «Кировец» приобрел отец в 2015 году. Отслужил, зарекомендовал. Проста в обслуживании, качественно работает. Планируем приобретение новой техники. Есть хорошая программа 3DIN. Можно старый обменять на новый. Почему выбираем именно «Кировец»? Он красивый, это раз. Мощный двигатель, это комфорт в салоне. Мы такой трактор имеем, он очень себя хорошо зарекомендовал. На мой взгляд, это лучшая российская техника на сегодняшний день. Даже танки тащим из грязи, это только «Кировец» техника. По крайней мере, доступна даже по комплектации и по запчастям. В Ростовской области наш дилер ТВК «Южный» занимается именно продажи нашей техники, они являются ключевыми нашими дилерами. На выставке представлен посевной комплекс «Агратор Диск 12000». Мы его испытывали 2 года и начали продавать в прошлом году. Очень много производим культиваторов предпосевных. В Ростовской области в каждом хозяйстве работают, и мы являемся лидерами продаж производства этих культиваторов. Сегодня на выставочном стенде представлены новинки флагманов производителей. Напрыскатель премиум-класса шириной захвата 28 метров с объемной бочкой, оснащен уникальным насосом двухпоршневым чугунным, который способен работать на протяжении долгих лет с очень агрессивными средами. Также запатентованная система стабилизации опрыскивающей штанги. Особое внимание компания уделяет своевременному ремонту техники и качественному сервисному обслуживанию. Наш сервисный центр является самым крупным в Российской Федерации. У нас на гарантии ежегодно порядка 500 машин кировцев. Значит, мы занимаемся обслуживанием и ремонтом. Ежегодно мы обучаем своих специалистов на заводах-производителях. Мы обладаем на сегодняшний день 23 автомобилями сервисного центра. 23 бригады постоянно курсируют по Ростовской области в целях качественного и своевременного обслуживания и ремонта техники, чтобы техника ни в коем случае не простояла более 24 часов. Мы продолжаем работать с оригинальными запасными частями от заводов-изготовителей и перешли на новую ступень в развитии услуг ремонта и сервиса. Компания получила аккредитацию от китайского завода VCI. На сегодняшний день мы уполномочены выполнять сервисное обслуживание, ремонт всей техники, как сельскохозяйственной, так и специальной и автомобильной, на которой устанавливаются моторы линейки VCI. Впереди новый сельскохозяйственный сезон. И очевидно, что новая техника наилучшим образом должна проявить себя на донских полях.